Всем привет! Российский красавец-актер Кирилл Сафонов вот уже 10 лет счастлив в браке с певицей Сашей Савельевой. А год назад у влюбленных родился долгожданный сын – Леон. Мальчика они скрывают от посторонних глаз. Бывшей солистке группы «Фабрики» было сложно забеременеть. Сами роды тоже прошли с осложнениями, но теперь она наслаждается материнством. У Сафонова от первого брака есть взрослая дочка Анастасия. Девушка давно живет в Нью-Йорке. Ранее актер признавался, что наследница его первое время ревновала к Саше. Осенью прошлого года Сафонов помог дочке организовать свадьбу в Израиле. На самом празднике он появился с супругой и маленьким сыном. Это был первый выход в свет пары с малышом. Тогда певица повеселилась и блеснула в вечернем платье. А летом этого года актер первым делом поздравил дочку с днем рождения, хоть она и находится далеко от него. В соцсети он опубликовал фото, на котором позирует с именинницей. Анастасия в кадре облачена в шелковое мини-платье и мокасины. В своем поздравлении актер признался, как сильно он любит свою дочь и благодарит судьбу за каждую минуту. Актер отметил, что дочь, подрастая, хорошеет с каждым годом. Сафонов гордится своей дочкой. Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что она очень похожа на звездного отца. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!